Сохрани и увеличь для людей. Не сохрани, я хочу откадрировать сначала. Ты хотел, чтобы хорошо откадрировали? Давай, давай. Как мы кадрируем? Так? Ты мне просто говори, как ты это видишь. Так? Нет. Направляй меня, куда еще? Квадрат сделать или оставить прямоугольник? Сделай 4 на 3. Сделай 4 на 3. 4 на 3? В каком виде? В прямоугольном виде? Горизонтально. Горизонтальный прямоугольник. Вот я так понимаю, ты хочешь плотнее, да, все? Вот как-то так. Я хочу горизонтально. Открой горизонтально. Хорошо, сделай, подожди, есть задержка. Правильно тебе? Правее. Да, да, да. Правильно тебе? Ты правее. Да. Машину убери. Машину убрать полностью, да? Машина, по-твоему, не нужна. Да, 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 да. И двигай кадр. Оставить место немножко от маяка, вот здесь? Нет, не надо обрезать так. А как? Да, 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 да. Вот, тяни, да. Ну, чуть-чуть минус, правее, да? Подвинь кадр. Плюс-минус, правильно? Плюс-минус. Чуть-чуть подвинь просто кадр. Идеально не будем делать? Плюс-минус то, что хотел. Подвинь кадр чуть-чуть. Двигаю. Или ты хочешь, чтобы девочка была на левой части пересечения правила третей? Да, она слева, справа этот маяк, все. Дело в том, что между ними недостаточно места для того, чтобы она оказалась на пересечении левом, а маяк был на пересечении правом. Понимаешь, если подвину, ты увидишь. Ну, поставь как есть, ладно, просто для примера. Ребят, мы обсуждаем композицию, мы обсуждаем все возможные варианты. Вот видите, мы сейчас прямо с вами в лайве думаем, что с фотографией сделать. Нет, слишком справа, слишком много места. Давай. Справа слишком много места, я согласен. Поэтому возвращаем, как было до этого. Ставим девочку посередине, вот так. Вот примерно так. Не Гасан, Гасан, который пишет в чате, помогает нам кадрировать это. Лучше писать, нравится ли вам такой вариант больше или нет. Понимаете? Вот это нас больше как бы сподвигнет эту фотографию дальше мучить. Так, люди говорят, нравится. Ну, по крайней мере, один человек написал, нравится. Халип, ты так хотел, правильно? Вот как сейчас эта фотография? Ну да. Да? Близко, да. Это лучше, я согласен, что это лучше, чем то, что было. Но даже этот вариант, он не работает. Он не работает. Но это лучше из того, что можно сделать. Я не соглашусь с тобой. Давай уже тогда. Вернем на несколько шагов назад. Мне кажется, что вот эта машина, которая многим из вас, по крайней мере, мешает, мне кажется, что эта машина должна быть в кадре. Потому что машина, хоть и она и обрезанная, она... Сделаю конечный кроп. Так, ребят, смотрите. У меня есть раз объект. У меня есть два объекта. Между ними есть какая-то связь. По крайней мере, должна быть связь. Она задумана так. Мне нужен третий объект. Не работает два объекта фотографии. Не работает, запомните это. Потому что раз-два я делю фотографию пополам и начинаю сравнивать правую половинку с левой половинкой. И все, и на этом заканчивается обсуждение и заканчивается впечатление. Нужен третий объект для гармонии. Если убрать машину, нет ее, третьим объектом становится вот это вот. И как бы, окей, хорошо, можно, но это неинтересно. Ну, вот это реально неинтересно. То есть это как бы имеет место на существование, но это... А куда тогда бежит девушка? Зачем вообще там девушка тогда? И можно же обойтись тогда просто маяком и этим зданием, и все. Пусть будет красивый морской пейзаж. Гораздо интересней, когда третий объект вот это. И у меня идет уже связь этих объектов. Я прекрасно понимаю, что это девушка, но она, скорее всего, к этой машине двигается. Может быть, ее там кто-то ждет. Может быть, не ждет. Я не знаю. Может быть, это триллер, ее там, не знаю, порежут, порвут. Не знаю я. Но, по крайней мере, у меня есть какая-то есть, ну, если хотите, даже загадка. Мне интересно теперь, что с этой девушкой, каким образом она связана с этой машиной. Плюс у меня начинается 1, 2, 3. А потом это все взаимосвязывается, потому что от 1, 2, 3 сюда я начинаю двигаться обратно вот сюда. И опять цепочка замыкается. Кто из вас в курсе, как работает электричество? Если цепь замкнута, электричество есть. Есть свет. Если цепь не замкнута, то света нет. Сколько бы вы ни провели туда, сколько бы розеток ни поставили, какие бы вы кабеля ни провели, если цепь не замкнута, света в квартире у вас не будет. Так вот, в принципе... Фотография очень похожа в этом плане на электричество.